прочту без очереди. Просто вспомнить солдат, которые рядом были, бойцы были с четырехклассным образованием в основном. И стихи они могли понимать, наверное, только очень простенькие. И в то же время хотелось, чтобы это были стихи. Вот маленькое стихотворение вам приведу, пример, если позволите. «Раненый». Теплый дух идет от печки красной, из открытой дверцы добрый свет. Тихо, мягко, чисто, все напрасно, ни черта ему покоя нет. Он еще живет в угаре боя, немцы ищут воспаленный взгляд, и в лубок закованный рукою держит он незримый автомат. Загремит в печурке сук сосновый, ветка треснет, пламя загудит. А сержанту кажется, что снова он идет в атаку впереди. И брезент санротовской палатки на ветру трещит, как пулемет. А сержант хрипит: пора, ребятки, через ров одним броском вперед. Не отходит от него сестрица, просит милый, тише, но опять он кричит. И вырваться стремится, и ничем сержанта не унять. Уж она и лоб ему рукой гладит, и баюкает, как мать: отойди, оставь его в покое, не мешай сержанту воевать. Если б в этот миг слетать могла ты за реку, где бой кипит у рва, увидала б, что его солдаты выполняют все его слова. Трубят, трубят поход. «Вернусь, — сказал солдат, — и он придет. Сквозь пламя, дым и гром, всегда вперед. Но в свой родимый дом солдат придет. Текут рекой в закат, за взводом взвод. Но слово дал солдат, и он придет. Хоть он давным-давно письма не шлет, ты повторяй одно: солдат придет. Проклится долгий путь, ни день, ни год. И все же когда-нибудь солдат придет. Вот станут дни теплей, растает лед. Не запирай дверей, солдат придет. Бегут с пути без сыров журавли, а листья звонкие из золота осеннего, как ордена легли на грудь родной земли. Когда штыки атаку кончили, шел первый снег, и не видел десант, что две снежинки мне спустились на погонщики. Поздравь, любовь моя, я младший лейтенант. Редеет полк, чадят пожарища, а я вернусь невредим из огня. А если слягу здесь придут мои товарищи, ты среди них тогда найдешь себе меня. Я в веселье плесу. Ну, значит, длинные истории и песни рассказывать неинтересно. Написано в 54 году для Володи Сухобокова, режиссера, которого уже нет, для фильма «Ночной патруль», и для Марка Бернеса, который должен был ее петь. Марку песня понравилась. Он говорил: «Я куртки я за борт бросал в океан». Хотелось ему спеть. Ну, я работал, значит, на студии «Горького», меня вроде как очень любили. Значит, как вам уже здесь рассказывали, в общем, лет 15, наверное, русский текст песен в дубляжах. Вот, везде был мой. Ну, часто очень фамилию не ставили, я не настаивал. Вот, чтобы, как говорят, не засвечиваться особенно. Ну,
но студия была консервативна. Знаете, как в кинематографе, если один раз кто-нибудь удачно сыграл бандита, вот так он и будет бандитом до самого отбоя, во всех картинах. Ну и, значит, так и считалось, что я, значит, автор, поэт-переводчик. Вот, хотя ко мне относились хорошо. Как, говорят, и музыку его, да? Пригласить самых лучших, так сказать, какие у нас есть, ну кого там, значит, Лев Ашанин, так сказать, да, Андрей Шпай, действительно, здесь хорошие люди. Они написали песню, Марк ее спел, и никто ее, в общем, никуда она из фильма не шагнула. Вот, а моя, значит, отвергнутая песенка была пущена тут же по гитарам, по компаниям, и скромненько, но продержался аж по сей день. Вот, а первое издание, которое я, значит, за моей спиной в этой книжке, значит, существует. Та-да-да-да-да-дам, я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, вставу ночевал, что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смелый, удачлив, а счастья не знал, и носило меня, как осенний листок. Я менял города и менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей, и бразильских болот, малярийный туман, и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачерпнуть бы всю жизнь и сначала начать прилететь к ненаглядной пивунье моей. Да вот только узнает ли родина-мать одного из пропавших своих сыновей. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Показать, что такое, чего вы не знаете. Офицер каждый год повторяет несколько раз эту картину. Я, конечно, очень горжусь, но мне, естественно, хочется вам показать, тем более, что, так сказать, времени мало, хочется вам показать что-нибудь такое, чего вы еще не видали. Ну, что у нас теперь уже идет дальше? «Чайки-березки» — это стихотворение. Это послевоенное, значит, сказать. Да, послевоенное, а? И на этом кончается война, да? Да. Лина будет третьим отделением. Лина не будет третьим отделением. Так что давайте попробуем. Будет Лина третьим? Не будет. Так что Лину надо... Будет во втором. Милая, не плачь, не надо, грустных писем мне не шли. Милая, не плачь, не надо, грустных писем мне не шли. Знаю сам, что ты не рада от любимого вдали. Ведь что время быстро промелькнет, разгромим врага своей страны. Лина, до ворот Берлина полк дойдет, а там лежит конец войны. Загорелый, утомленный, с автоматом на ремнях, в гимнастерке пропыленной и в пехотных сапогах. Милый твой по улице пройдет, по садам, где не было давно, Лина, с
сумерках твой старый дом найдет, постучит в твое окно. Если ж землю обнимая, ляжет с пулью в груди, ты не плачь о нем, родная, и домой его не жди. Пусть другой вернется из огня, скинет с плеч военные ремни. Лина, полюби его, и как меня, крепко, нежно обними. Как ни странно, она шла просто без всего. У меня вот видите, чем я ей горжусь, как вы упомянули, что нигде не изданные, не напечатанные, так сказать, никому не известные, так сказать, стихи и песни. И по тем временам, когда, в общем-то, было небезопасно, вот, шли как-то своим ходом, значит, песенки и некоторые стихотворения, может быть, еще будет время, прочту что-то вам, вот, из этого. И также и Лина. Мне казалось, что она уж очень проста, примитивна, но, понимаете, ощущение жертвенности в ней, понимаете, это раз. И то, чтобы что наши девушки, наши невесты, чтобы они не оставались черными вдовами, когда нас не будет. Потери в войсках были, ребята, жуткие, должен вам сказать. Вот, так что это очень серьезные предположения, если землю обнимает. Понимаете, это многим пришлось. Вот. Так что вот таким вот образом. Так, что у нас с тобой еще есть? Валюсики, валюсик? Нет, еще раз. Чайки, чайки березки, а? Скользит тропа. Скользит тропа, среди камней. Скользит тропа. А это туристская песенка с таким грустным рефреном. Пока есть деньги, я турист, а деньги вышли, я прощаю. Поскольку, значит, эта тема мне показалась милой, я ее, ребята, не очень хорошо помню, извините, буду заглядывать в шпаргалку. Надеюсь, что вы мне все равно двойку не поставите. Вот. Скользит тропа среди камней, мелькают волны в ритме румбы, кочует племя дикарей, лихое племя вамбы, умбы, кочует племя дикарей, лихое племя вамбы, умбы. Мой хлипкий шаг похож на твист, скольжу по горкам, по оврагам. Пока есть деньги, я турист, а деньги вышли, я бродяга. Пока есть деньги, я турист, а деньги вышли, я бродяга. На почте спер бумаги лист и написал домой, бедняга. Еще в субботу я был турист, а в воскресенье я бродяга. Еще в субботу я был турист, а в воскресенье я бродяга. Явившись с горем пополам, заходим мы в приют туриста. Отрежь нам хлеба по 100 грамм, налей нам ромовый по 300. Я не лицом, но сердцем чист. Да. Вот так. Я не лицом, но сердцем чист. В моей груди гудит отвага. Еще в субботу я был турист, а в воскресенье я бродяга. Пока есть деньги, я турист, а деньги вышли, я бродяга.